Хей, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Rusty Lake Paradise. И это у нас казнь, если не ошибаюсь, пятая, и называется Мор с котом. Так, поехали. Так, сразу. Травка какая-то, салат латук. Так, корова. Так, желтый-желтый. Ага. А, не, ну тут нажал. Так, стоит сначала этот. Так. У меня есть одна догадка. Смотрите. По формам. Допустим, такой-такой у нас один, да? Я просто вот смотрю, раз, две одинаковые, вот. И вот две одинаковых. То есть, потом нам нужно невидимое. То есть, невидимое это вот. После этого нам нужен такой цвет. Это вот. Большая форма это вот это. Фиолетовый. Фиолетовый это с этим. Так, это маленький такой. Розовый у нас здесь. Так, и так. Готово. Пятна есть. Так, нам нужно чем-то ее разрезать. Сюда. Какой-то вакуум. Ладно, идемте в эту сторону. Посмотрим, что здесь. Овощи. Окей, здесь возможно. Ну, варианты. То, что это как, знаете, в танках. Ну, не в танках эти. Морской бой. А, типа, мне нужно два сюда, один туда. Вот так, да. Так, три это сюда. Вот так, пускай будет идти. Так, два сюда и один сюда. Значит, так. Ага, мне нужно, чтобы с этой стороны было 3-1. Обязательно. Хорошо, значит, так. Ага, готово. 4. Это у нас 3 ячейки. 4 там, так, там 0. Хорошо, значит, сюда. Сюда. И 4 с этой еще. А, тут только нужно 2, хорошо. Тогда так. Так, сюда нужно одиночный пост, получается, поставить. Так, сделаю. Стоять. Оп. 4. Так. Фу-фу-фу-фу-фу. Как здесь получается у нас? Здесь все закрашено. Здесь нужно 3. И один еще наверх. То есть пускай будет так. Ага, перебор. Так. И... Ага. Ясно. Так, так. Ага, если я сделаю вот так просто, оп. Вот так, смотрите. Здесь, короче, просто я это цеплял, вот эту часть, где вообще ничего. 4 перечеркнут, это у нас 5. Значит, 3, пускай так. Так, 3 сюда. То есть одного сюда хватит нам. Так. А, мне нужно обязательно сюда, значит. И наверх еще один. Сложно. Это у нас только 4, да? Не, здесь обязательно должен быть одиночный. Где-то вот так вот. Оп. 3 сюда. И 5 здесь, да. Вот это я, конечно, не пойму. Пускай будет здесь. Тогда я сделаю вот как. Вниз. А, мне обязательно нужно здесь 2. Хорошо, значит так. Так. Это 5 у нас. Здесь нужно 3. Ну и здесь один должен быть. Сложно, сложно. Так, а как же тогда сделать?
Окей, три. Пускай хорошо так будет. Два. Сюда должен быть одиночный. Сюда так. Значит, сюда должен быть ниже. Обязательно сюда должен быть, окей, быть один. Вот так пускай будет. Значит, здесь у нас получается этот кабачок. Так, трёха сюда. Один сюда. Так, так. Но у меня должна быть здесь пятерка. Дело в том, что... так. В смысле? Окей, я хотел посмотреть этот. За собой, может, у меня там что-то еще есть? Но у меня все зависло. Прикол. Да, за мной, оказывается, есть что-то. Два этих. Тогда все это обозначает немного попроще будет. Так, сюда. Сюда, этот, сюда. Итак. Так, окей. Два нужно туда. Здесь обязательно будет у нас... Фу. Здесь у нас ничего, здесь пусто. Хорошо. Меняем немного стратегию. Готово. Все. Теперь я могу вернуть свой. Окей. Так. Огурец и... банан, хотел сказать. И помидор. Ничего. Я хочу свой бургер. Угу. Окей. Значит, и сюда еще было рановато идти. Теперь в эту сторону. Так, вижу, ага, ведро. Точки. Ага, каждая точка, которая соединяет, это минус один, значит. Так, так. Так, сюда, сюда. В смысле? Нормально, все. Так, сразу. Раз. Так. Так, так, сюда. Теперь со всеми соединить здесь. А, нет, так, здесь уже соединено. Оп, и оп. Ну, это со всеми нужно соединить. Раз, два. Ну, почти со всеми, ладно. Так, так. Ладно. Угу. Ну все, да. Оп и оп. Так, я взял ведро, скорее всего, для чего-то, для молока. Там у нас же корова была, да? Корова. Нож, хорошо. Бургер. Бургер Rusty Lake. Так, ручка, ручка, ручка мне нужна. Буду сейчас записывать я рецепт. Сначала у нас идет с вами какая-то трава. У нас есть трава, да? Трава. Так, мясо, сыр походу, непонятно что, кетчуп, огурцы, еще хлеб, ладно. Запомнил. Так, мясо, мясо, мясо. Скорее всего, от них добывать. Бекончик. Так, назад. Кабан. Сейчас сделаю, скорее всего, две вещи. Это возьму молоко у коровы и у коров возьму мясо.
Говядина. Так, ведро с молоком. Молоко, скорее всего, сюда. Я сыр сделаю. Оп, оп, оп. Так, готово. Резать сам я ничего не могу. Скорее всего, бабке это нужно все делать. Так, давай сначала с помидора начнем. Мой сын всегда голоден. Это дядя, ты, да, ты имеешь в виду? Мясо. Мясо. Кусочки бекона. Сыр порежешь? Нет. Лист? Нет. Хорошо. Так, теперь жарим. Готово. Хрустящий бекончик. Так, стоять. Сколько ингредиентов? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все есть. Можно тогда идти. Ты просто, по-моему, или ходил к церкви. Я к церкви ходил, я не помню. Так, поехали. Травка. Травка. Так, мясо. Сыр. Бекон. Кетчуп. Огурчики, хлеб. Так, изи бутерброд. Ласти. Расти Лейк. Что-то он здесь как-то не очень выглядит. Так, он его съел и куда-то убежал. Туалет должен быть открытый, я же его открывал. Здоров. Бумага. У отца на голове была бумага. Ножом, что ли? У меня все еще болит голова. Так, назад, назад, назад. Бумага. А куда он делся? Он что, в яму провалился? Кокулька. Так, а где он? А, то есть, я понял. Мне кажется, стало очень херово. В кокульке был куб. Окей. Внутрь. Ничего. Знак. Так, сова. Окей, пойдемте обратно. Так, куб. У меня есть черный куб. Окей. Так. Теперь идем к церквушке. Так. Оп. Кабан. Дикий кабан. А, тут ничего нету. В воде есть что-то? Нету. Так, оп, поехали. Раз, два, три. Оп, оп. Готово. Делаем все быстро и красиво. Следующее. Мужик. Газ шестая. Язвы. Окей, что у нас здесь? Хан-хан-хан. Бутылочка какая-то. Ага, чумной доктор, окей. А что тебе надо? А, бутылка с чем-то у него. Окей, трава. Так, здесь ничего. И там ничего, что его типа покормить надо? Кровь из глаза. Костяной головы, окей. Так, давай, руку сразу давай. Оп. Так, дальше, дальше. Идемте сразу тогда лучше направо, я думаю. Так, вижу гриб. Пойдем в самый конец. Так, вижу луковичку. Так, больше здесь ничего нету. Палка. Так. Так, это сюда, не сюда. Вниз. Ага, ключик. Потом мы пойдем, короче, с вами на правую сторону. То есть на левую сторону в следующей серии.
То есть мы сейчас на правую ходили, в следующий пойдем на другую. О, у него тоже какая-то херь. Бубочки какие-то. Так, я смотрю, здесь эти точечки какие-то есть. Скорее всего, по точкам нужно. Желтый, синий, то есть потом зеленый у нас идет куда-то сюда. Это, да? Так, синий, зеленый, оранжевый. Сосочек. Тень-тень-тень. Так, ладно. О, все сбросилось. Так, так, синий, зеленый, коричневый, синий, зеленый, оранжевый, ладно, не коричневый, так, синенький, зелененький. Ага, нужно чем-то его вырезать. Так, он глаза открывает и закрывает, окей. Так, она... Запах смерти витает в воздухе. Банка какая-то. Какие-то стрелочки и время. Кьюр. Лекарство. Окей. Тогда мы идем с вами обратно. Грипп. А, блин, его нужно срезать чем-то, ладно. Так, сюда. Палка тебе, ну на. Это она? Я могу ее же забрать, да? Палка. Да, ты говоришь? Да, походу, да. Так. Он палкой двинул. Это либо что... А ну-ка. Ага, все, я понял. А ну-ка, возьмешь лучок? Нет. Раз, знак. Это у нас кровь, да? Банка с кровью была. Наверх. Окей, начинаем записывать еще дальше. Наверх, ладно, пойдемте. Ключ. А, ключ я уже взял. Так, банка. Мне нужен ключ как раз. Оп. Перец, нож. Чашка не берется, ладно. Так, время. Так, здесь какие-то еще знаки у меня есть. Крестик, и это, скорее всего, что-то тоже нужно. Поэтому идем сюда. Ага. А пустые банки он, скорее всего, не будет чекать, ладно. Есть вариант. Сейчас я первый отрежу гриб себе. Раз. Пойду к бабке. Пускай она, короче, нюхает вещи, как я понял. Лучок будешь нюхать? Запах смерти витает в воздухе. Так, слеза. Перец. Фу, сопля. Так, подожди, мне чтоб эти не мешали, спички. Скорее всего, спички нужны для глаз. То, что он постоянно их, типа, открывает-закрывает. А, ему же лекарство нужно дать, окей. Сердце стоять. Точно вспомнил, зачем мне еще нужен. А он выживет без сердца? Так, ладно, стопы. Так. Гриб понюхать. Бабка сдохла. Запах смерти витает в воздухе, я понял. Так, теперь мне нужно, походу, к тому вернуться, к чумному доктору. Боже мой, побегушки. И дать ему банки. Так, это у меня с чем? Слюни. Ровно, хорошо, слюни. Так, сопля. Сопля. И слюна. Так, я не увидел. Ага, в эту сторону, хорошо.
Так, как раз у меня все по порядку, чтобы я не путался. Значит, возвращаемся и делаем по ходу лекарства с вами. Так, сюда. Нужно записать, значит, лекарство. Так, вверх, сюда, так. Так, так. И сюда, хорошо. Поехали. Начало идет у нас вниз. Вниз это у нас кровь. А не, даже снизу начинать нужно. Сопля. Сопля. Слюня. Слезы, то есть. Слезы. Теперь слюня. Сопля, слюня. Вверх. Сопля. Сопля, 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 сопля. Да, она. Так, потом слезы и кровь. Готово. Лекарство. А теперь мне нужно дать этому, походу, лекарство на язык. Хорошо. Так, теперь что-то с зубами. Одинаково зубы сделать. Ладно, значит, сюда. Так, здесь кусочек мне нужен такой. Это вот этот. Так, здесь кусочка маленького нету. Острый зуб. Так, он зубы сможет здесь закрыть? Так, зубы идти сюда. Так, этот на этот, этот сюда. Хоп, так, тихо-тихо-тихо. Ё-моё, двигайся нормально. Так, здесь неровный зуб. Так. Ага, здесь немного наискосок. Да, готово. Угу. Икс и этот. Ага, тут был рот нарисован, оказывается. Это вот часы. Значит, что мне надо? Если это часы... Значит, это у нас первое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это восемь у нас. Раз, два, три, четыре, пять. 8,5, хорошо. 8,5. Да иди ты вниз. 8,5. Так, 8. Начало были у нас две точки, 8 и 5. Ага, сюда нужно сердце. Сейчас у нас пошли. Хорошо. Опа, сейфик. Ну а это, короче, ладно. Я понял, что-то сложечно здесь. Теперь нужно вернуться к нашему больному. Скорее всего, механическое сердце, да? Да, механическое сердце. Так, раз, готово. Все? Бор. Бор. Так, как раз он мне дал, получается, слово для ящика. Значит, мы возвращаемся обратно к ящику. Почему ты... Так, вперед, вперед, вверх, вверх. Ящик. Бор. Куб. Так, стоять. Куб я не активировал. Рай не существовал бы без великих жертв. И на меня кровь полилась. Походу, меня хотели в жертву принести, как я понял. Ну ладно. С пеньком, я думаю, еще можно что-то сделать, потому что я знака не нашел. Так, окей.
Зима-зима. The seventh plague. Казнь седьмая. Hail. Град. Окей. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока.